Судебные приставы выселили женщину из комнаты, которая ей не принадлежала. Такие исполнительные действия встречаются в практике судебных приставов-исполнителей достаточно часто. Выселить гражданина из жилого помещения можно как с предоставлением другого жилого помещения, так и без предоставления вообще. Женщина, являясь сотрудником одного из вузов Чувашии, получила две комнаты в общежитии. После увольнения она должна была освободить одну комнату, но не сделала этого, несмотря на решение Московского райсуда. После истечения срока добровольного выполнения постановления пристав-исполнитель в присутствии понятых, участкового и представителя учебного заведения с помощью слесаря вскрыл дверь в комнате. Сотрудники управления судебных приставов собрали и вынесли вещи бывших жильцов. Таким образом, к концу дня комната была полностью освобождена. На двери сменен замок, о чем составлен соответствующий акт. Вывезенные вещи будут находиться на ответственном хранении в уполномоченной организации. Если в течение 2 месяцев хозяйка не объявится, то ее имущество оценят и отдадут на реализацию.